Доброе утро. Сейчас Миланке буду выписывать цифры. И Милана будет выполнять домашнее задание. Вот знаете, Милана не любит вот здесь писать. Любит на вот этой странице писать. Лика также, представляете? Столько вот мы уже писали. И сейчас будет... Вчера мы отдыхали, вчера мы ничего не писали. Напишу сейчас здесь ей, и, ну, задание. И вот здесь тоже будем в прописях писать. У нас следующее задание. Это... Так, здесь сделали. Вот это. Смотри, милашка, здесь нужно будет обвести и дорисовать. То есть, видишь, здесь нужно будет обвести, а здесь рядышком нарисовать точно такое же. Цветочек я умею рисовать. Мумечка, только вот точно так же, видишь? Один цветочек наклонен сюда, другой сюда. Вот все то же самое. Потом смотри. Здесь нам нужно будет дорисовать пару чашек так, чтобы они стали одинаковыми. То есть дорисовать на этой кружечке. Я опять цветочек умею рисовать. Да, и волна вот такая. Вот все то же самое. И здесь тоже, смотри, в этом задании нужно будет тебе дорисовать половинки картинок. То есть вот здесь цветочек, листик дорисовать. А здесь в другую сторону также цветочек. Okay. Понятно? Yeah. Подожди, сейчас я тебе... Какая красивая ручка. Да, это у Лики. Лика тоже сейчас делает домашнее задание. Только где Лика? Она учит. Она отсюда ушла, от нас она учит. Ой, это карандаш. А где у Лики ручки? Лики, ручки. Мама, это длиннее, где вызвала? Ну, аккуратно, у Лики где-то здесь ручки. Мне так нравится этот стаканчик у Лики. Вообще такой классный. Он еще, кстати, смотрите. Ибо давно мне было не больно так делать. Видите? Ибо давно мне уже не больно так было делать. Уже очень больно. Давай его сюда положим. Ручка. А вот это вот... Это ручка. Ручка, да? Она пишет? Чё, Лики? О, вот ручка. О, вот это я буду писать. Мне неудобно было. Не, она удобнее. Слушайте, вот классный стакан. Как будто бы стакан с водой ставишь ручки. Вообще супер. А на самом деле? А на самом деле нет. Да ничего там нету. Все, давай не будем баловаться. Давай. Я тебе сейчас выписываю. Будем делать. Нет, сегодня мы делаем только вот эту страницу. Понятно? Угу. Вот, и я тебе сейчас выписываю. Одиничку. Двоечка. Троечку, Милан, дописывай. Этот хвостик ты всегда вот так обрываешь. Его надо вот так дотягивать. Видишь? Да. Вот так выводить. Поняла? Да. Четыре легко. Четыре Миланки вообще очень хорошо получается. Давно, когда была маленькая, у меня вообще не получалось. Да. Я вообще не знала, как писать. Не то, что клевалась, я не знала, как писать. Ну, конечно, у тебя сейчас намного лучше получается. Восемь тоже хоть хорошо. Восьмерка, да, у нас? Шесть ужасно. Восьмерка тоже ужасно. Милаш, вот что в шестерке, что в тройке ты не дописываешь хвостики. Смотри, здесь троечку доводить, потому что ты ее так обрываешь, доводить. И в шестерке ты как-то ставишь, как будто бы это мягкий знак. Тоже вот этот хвостик нужно прям вот так вот. Поняла? И тоже наклонять, да. Девять. Здесь тоже ужасно. И ноль. Ноль ужасно. Ой, это вода. То есть на хорошо. Все, давай. А вот и Лика. Слушайте, у нас сегодня целый день на улице дождь. Давай, давай. За двоих. Целый день на улице идет дождь, ливень и всю ночь что вообще. Ярко. Потому что ты сильно, Милана, давишь. Не надо сильно давить, хорошо? Тут там Лика с деревьями. Там ветер, да, сильно? Ужас вообще. Я хотела сказать, а снег там есть? Нету. Нету снега. Ты что делаешь? Дулю. Вообще на улице пасмурно, я не знаю, как нам выходить на улицу. Мы хотели сегодня... Вы знаете, что у нас со сковородкой вообще проблема? У нас вообще со сковородками всегда проблема. Вчера начала жарить же рыбу, купили форель. Ой, какой ветер. Вчера начала жарить рыбу, все прилипает. И это уже длится месяца, ну, месяца полтора, наверное.
В общем, нужно срочно покупать нам сковородку. Срочно. Мы хотели поехать в Икея. Не знаю, самая лучшая сковородка в Икея мы брали. Очень многие разные перепробовали. Разные, вот поверьте, разные. Вот все пригорает. Вот есть маленькая чугуна, но она не подходит к нашей индукционной печке. Только вот классная сковородка чугуна, но к индукционной печке она не очень подходит. Поэтому, к сожалению, постоянно пробуем, экспериментируем со сковородками. И они все такие себе. Ну, не очень. Вот в Икее более-менее сковородка, поедем ее возьмем. Но я не знаю, как нам выехать сегодня, потому что вот такой ливень, ветер, жуткая погода. Ладно, смотрим. Дело. Задание. Угу. Ну, в принципе, Милаш хорошо. Если честно, мне не нравится нолик. Не очень нравится нолик. Да, я еще говорю, что у меня четвёрочка очень красивая. Четверка очень красивая у тебя. Последняя так себе, но в принципе очень, очень хорошая, аккуратненькая. Нолик, Милаш, давай еще нолик напишем, хорошо? Угу. Так. Ну, обвести то обвела, а вот дорисовать, конечно, Милаш... Мы сейчас сотрем, с тобой нарисуем вместе. Здесь а вот ты не уже очень не сотрёшь, а другой когда у вас? Ты не сотрёшь. Это не стирается карандаш? Это не стирается. Почему не стирается? Я не знаю, если не стирается. Ай, не стирается. Ну-ка, костерку давай. Так, здесь хорошо. Если вы карандаши обрисовали, в любом случае стирается. Милаш, все хорошо. Вот тут вот надо с тобой попробовать сейчас... А в кулике, смотрите, какой красивый. Стерка карандаш. Ластик. Это просто ластик или еще что-то карандаш? А, он так выдвигается, да? Да? Ничего себе. Ну, Милаш, посмотри. Ну, прекрасно, смотри, как все прекрасно вытирается. Все понятно. И дай нам карандашик. Милаш, где карандаш? Давай. Да, да. Подожди, подожди, ты сейчас, во-первых, садись. Чихни. Все вот это чихни. Давай здесь, я потом вытру столик. Я пока нолику сделаю. Нольку. Нолик, аккуратно, Милаш, подожди. Ну вот этот нолик. Не, вот здесь полностью нолик, да, всю да, строчку. Вот этот нолик вообще хороший. Да, идеально. Вот эти вот, вот это вообще очень хороший нолик. Это. Вот это, только он немножко в обратную сторону наклонен. Давай, аккуратненько. Молодец, только покрупнее. Но из-за клеточки он не вылазит. Понятно? Макс, ты что за ними подглядываешь, Макс? А? Ты за ними за всеми подглядываешь? Вот, да. Купили сырок и вот сейчас покажу, какой купили сырок. И там... есть в наборчике вот такие вот, в общем, сюрпризики. Азбука, буковки, да. Творожные палочки. С карамельной глазурью. Ну, вот в этой упаковке у нас буква И. А это, да, другие. Вот И красивая, да, буква? Да, у меня две вот эти повторки. Ж, буква Ж. Лика хочет сделать... А как это называется? Ну, в общем, Лика будет делать какой-то вкусный десерт с вишней. Мы купили вот вишню замороженную, но она уже, пока мы приехали, она уже разморозилась. Она же нужна разморозная? Да. В общем, у нас же в холодильнике практически всегда в морозилке есть тесто. И Лика достала слоёно-дрожжевое. Разморозили. Давай потрогаем. Сильно... Да, еще чуть-чуть. Там четверка, смотри. Еще купили вот такой вот йогурт. Черника и малина. Кстати, вкусно. А мне понравился, очень вкусный. И мне понравился, очень вкусный. Мне очень понравилось. А тут ты химию ешь. Ага. Майонез, колбаса, хлеб. Ага, я посмотрите. Вообще предлагал вам домашние пельмени сделать. Кстати, колбаса хорошая. Кстати, колбаса хорошая, это в Синюге, докторская. Ника, помоги. Что было? Чего там была тыка? Глюк. Какой глюк, Бил? Глюк? У кого-то упало. Сейчас я покажу лимончики.
Что света мало? Так не кажется? Да, вот как-то темно у нас на кухне. Вот такой вот лимон, слушайте, он такой ароматный вообще, прелесть. Где скалка? Что-то нифига он не ароматный. Нет, чуть. Понюхай. Скажи. Да. Что-то он вообще... Выбирала-выбирала, самое лучшее выбирала. Но они тонкокоры. Нет, а были, я... которые пахнут. Это что, ты будешь как трубочки скручивать? Ну да, потом выложить. И потом трубочки. Сахарной пудрой посыпать. Да? Я не люблю, на самом деле, люблю печенку. Печеное не любишь? Да, кроме пончика. Подожди, посыпай сахар. Кроме пончика. Или сахарной пудры? Нет, сахаром чуть-чуть надо. Кроме пончиков. Пончики любишь, моя хорошая? А вот это сахарная все, пудра да, надо, только ложечку возьми. Я думала, сахаром или сахаром. Нет, сахарная пудра это в конце. Да. Вот это все даже уже как-то нет. С вишенкой. Я люблю вообще все с вишней. Я люблю вареники с вишней. Я люблю выпечку. Штрудель с вишней. Все вот это вот обожаю. По росочке, по вишенке. Делай сахар, ням-ням. Ням-ням. Смотрите, какая красота. Ой, выключите чайник кто-нибудь. Как аппетитненько все это выглядит. Кстати, лимон порезала, очень сочный. Макс наблюдает за процессом. И красота, и вкуснота. Ты тоже будешь, милаш? Подожди, сейчас, Лика. Наверное, еще, наверное, я думаю, горячая, да? Ну, я тоже так думаю. Ну-ка. Горячая, Лика? Еще да? Пока горячая, да. Должна остыть немного? Вот. Какая прелесть. Мы с Ликой смотрим фильм. Я его уже, конечно, смотрела. Мы все его смотрели уже. Как он называется? Смеш. Короче, это фильм про акул. Я сейчас хочу почитать, в чем встречать Новый год вообще, как нужно украшать дом, какой цветовой гамме. Я еще не читала. Единственное, знаю точно, что это будет год белой металлической крысы. И, конечно же, желательно украшать дом, и это относится и к нарядам. То есть все, ну, в белой цветовой гамме. Серебристые, то есть, ну, естественно, если все украшать в белом цвете, да, и еще и наряд белый, немножко будет не очень, поэтому можно разбавлять что-нибудь таким серебристым, допустим, цветом, серым, кстати, можно в сером цвете, у меня есть серое платье, я его одевала несколько лет назад, один раз, но оно уже не модно. Ой, черное. Нет, оно серое, сзади спина открытая, и снизу, еще сейчас очень модно, юбки, юбка солнца. Короче, пышные юбки. Вот. Я еще не читала толком. Я так сегодня заглянула. Хочу вот сейчас время есть. Хочу посмотреть фильм и одновременно почитать, ну, про все это. Просто вот знаю, что это год белой металлической крысы. То есть белая, серебристая, серая. Все эти цвета будут очень актуальны. Так что так, Лика. Ну, серое платье прямо такое серенькое. Я не хочу. И белое. Да, мне кажется, белое будет очень прикольно. Какое-нибудь такое, знаешь, не знаю. Допустим, еще, кстати, очень... Ну, знаешь, можно белое какое-то блестящее с серебряными пайетками, да? Очень классно будет, знаешь, там с плечом открытым или спиной открытым или что-то. Ну, что-то такое. В общем, еще будем, конечно, над этим всем думать. Еще времени немного. Но на самом деле время пролетит сейчас мгновенно. Да. Ладно, ребята, будем еще все это читать. Буду сейчас как раз изучать. Если интересно, всем расскажу. На этом наш влог сегодня подходит к концу. Сейчас реклама. И сейчас начнется фильм про акулу. Я его, конечно, смотрела. Мне кажется, даже два раза смотрела. Сейчас третий. Но я его и не собиралась смотреть. Я не знала, что он будет сейчас на канале. По какому-то ТВ-3, да? ТВ-3.
Но просто я убиралась на кухне и смотрю этот фильм, он «Простой канатчикса». Я его обожаю, вообще обожаю все фильмы про акул. Я, наверное, все фильмы эти пересмотрела. И очень жалко, что они очень редко выходят. Их очень мало, на самом деле. А я люблю. Все банально. Акула жрает всех. А мама. А мы уже такой фильм с мамой придумали, так очень сильно. Ладно, ребята, все, на этом наш лог сегодня подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем до завтра, всем пока-пока. А мне сказали, фильм называется «Отмель». Да. Кто еще не смотрел и любит такие фильмы, обязательно посмотрите.